там нельзя было приходить. Это слишком опасно. Эти несовершеннолетние девушки утверждают, что не знали о надземном переходе всего в 200 метрах от железнодорожной эстакады, по которой они пересекали МКАД. Без страха за собственную жизнь они вместе с другими пешеходами следовали именно по этому пути, подвергая себя большой опасности. Итог – юных леди отправили в отдел полиции. Здесь у нас территория города Москвы, здесь у нас торгово-развлекательный центр. В области у нас платформа Немчиновка находится. Соответственно, ну, скажем так, нерадивым пешеходам возможно здесь короче перейти. Соответственно, они пользуются вот этими так называемыми народными тропами. На этом месте уже в 2020 году было 2 случая с летальным исходом. По словам сотрудников, людей либо отбрасывает в сторону, либо они попадают под проезжающие поезда. Опасность слишком велика. И таких несанкционированных переходов в нашем округе более 60. Предложения были выдвинуты по полностью ограждению данного участка с 4 сторон. Насколько мне известно, информацию приняли, так сказать, в работу на 2020 год. Такие рейды будут проводиться еще неоднократно. Известно, что к сотрудникам Минтранса, внутренних органов и РЖД присоединятся волонтеры, чтобы донести до жителей информацию об опасности и постараться снизить травматизм и смертность на железнодорожных путях. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».